это тебе за то, что ты меня заскамил и продал мои ножи. Это месть. Просто это месть. Ты получаешь по заслугам. Я тупо Робин Гуд. Все, ребята, 5, 4, 3, 2, 1. Продаю. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сейчас я зашел в аккаунт ТикТака. И прямо сейчас, ребята, я ему отомщу за то, что он меня пранковал. Я просто продам весь его инвентарь. Я много чего продам. Также посмотрим, что же у него есть в инвентаре. И просто все перенем с ног на голову. А потом в конце посмотрим его реакцию. Ну а что получить данные замечательные перчаточки? Прямо сейчас, ребята, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И самое-самое главное, я это буду проверять. Посмотрите видео от начала до конца без перемоток. Ну что же, поехали. Ребята, как мы видим, то что это реально аккаунт ТикТака, тут его ID 600000. Как мы видим, у него звание Gold 3 и Gold 3, то есть и в союзниках, и в напарниках. Ну, ям-то поменьше, чем у Кента ПК, то есть получается ТикТак-то, ну, блин. Так, ну ладно, ребят, смотрим дальше его профиль. КД139, блин, братанчик. Напиши мне, пожалуйста, в личечку, я тебя пропущу. Ну, ребята, ну сегодня мы ТикТака пустить не будем. Сегодня мы будем жестоко пранковать. Насколько я запранкую вас, что вы просто будете в шоке. Я продам все его скины и посмотрим на его реакцию. Смотрим дальше. В общей статистике КД2.22, как говорится, хэштег непогано. То есть КД очень неплохое. Давайте проверим историю матчей, как вообще он обычно играет. Нифига себе, ТикТак за поражение получил плюс 21 ММР, а как? Давайте посмотрим, шо там. И как мы, ребята, видим, у него 12 фрагов. Играет реально очень неплохо ТикТак. Давайте посмотрим вот этой каточки, как отыграл ТикТак. Тут ТикТак играл на первом месте, ничего себе ТикТак кибер. Тут ТикТак играл обратно на первом месте. Нифига себе, сказал я себе. Так, а давайте посмотрим, а как с ТикТак. А шо это, результаты отменены? Неужто ТикТак с читерами бустится? ТикТак, ну шо это такое? Ну шо это такое? Разработчики посмотрят это видео и дадут тебе бан. Не стыдно? Не стыдно? Какой нафиг результат отменены? А ну признайся мне. Прямо сейчас будет самое интересное. Я покажу его личное сообщение. Внимательно читаем. Давай один на один. Я вот не понимаю, почему его все вызывают на дуэль? Зайди к нам, пыжи. Так, что пишет тут? Если зайдешь в лобби, дам 600 голды. О, так мы еще заработаем. Это закрыто. Куда сходить, породенький? Го один на один или бот? Напишу, я бот. Но сразу правду напишем, ребят. Ну, конечно, мы боты, ё-моё. Так, читаем дальше. Гу один на один на 3000 голды. Я вот реально не понимаю, почему вот, когда я захожу на аккаунт трейдера, все просят у трейдера голду. Когда я захожу на аккаунт ТикТака, все пишут гу один на один или бот. Ну, это просто трендец. Ну, а прямо сейчас, ребятки, зайдем в клан Киборги и посмотрим, кем же является ТикТак тут. Ну и как мы видим, ребята, все по-настоящему, все без обмана. ТикТак реально лидер этого клана. Теперь самое интересное, ребята, мы прямо сейчас перейдем к нему в инвентарь. Поэтому, если вы готовы, прямо в эту секунду, дамы и господа, поехали! Прожми лайк и подпишись, если не нуб галимый. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой, мать моя женщина! Сколько у него всего, обалдеть! 149 тысяч голды, чувак, ты вообще в адеквате? Откуда у него так много голды? Ребята, просто не то слово, потому что ТикТак гребаный миллионер, гребаный богач. Ну что? Ну что же, прямо сейчас внимательно посмотрим, а насколько много у него этих аркан. Охренеть. Я в шоке. Просто чекайте, сколько у него ножей. Давайте посчитаем. Я не поленюсь, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Это я считаю ряды ножей. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 18 рядов. Ну а теперь 18 умножьте на 5. Кто умеет считать, пацаны? А ну-ка, кто Ариса учился в школе? Прямо сейчас ответ в комментарии напишите. То есть у него реально очень. Ну прям трындец, как много ножей. Если мне моя память не изменяет, то у ТикТака 18 на 5 90. У него получается 90 пар ножей и перчаток. И это далеко не все арканы, чисто и перчатки. Я просто в шоке. Так, ну что, ребят, листаем самый-самый-самый-самый низ. А вот тут уже пошли обычные арканы. Нифига себе, просто керамбит голд у него есть. Нифига себе, ТикТак пожит, дай голды.
Так, ребят, пока что мы смотрим весь его инвентарь, но после этого начинаем продавать все его скины и посмотрим на его реакцию. Я думаю, это будет очень-очень забавно. Ну а прямо сейчас мы, ребята, перешли в его просто в обычный аркан. То есть мы ножи пересмотрели, я вижу, у него есть абсолютно все ножи. И при том далеко не по одной штуке. Если я, ребята, прямо сейчас посмотрю все его арканы, я просто охреневаю. АКР, ТХ, 100 трек, Эмочка Балджан, 100 трек, Фомас Юри, 100 трек, МК Самурай, 100 трек, 57 Веном, 100 трек, посмотрите сколько. Дезерт Игл, Якудзе, 100 трек. Походу, ребята, я нашел того человека, который реально богаче, чем я. Но зато у ТикТака реально гораздо меньше голды, чем у меня. Так, ну что же, смотрим дальше, смотрим дальше. Тут у нас АВМ Генезис, а вот тут-то... Не понял. Чего нафиг? Чего-чего? АВМ ТХ? Вот ты же не понимала, ребята, мне просто плохо. Просто вызывайте, пожалуйста, скорую, кенту реально плохо. Сколько у него всего, и даже есть АВИК ТХ, посмотрите, сколько этих АВМ Генезисов. Обалдеть, вот это я понимаю, люди живут. А сколько у него МХ Самураев, да, ребят? Обалдеть, АКР Дрэгоны, охренеть. Нет, ТикТак, я, конечно, все понимаю. Но тебе не кажется, что у тебя чересчур много аркан? Просто, ребят, я их даже считать не буду. Посчитайте сами, кто посчитает. Или кто угадает примерно, сколько тут аркан, тот получит от меня еще дополнительно 1000 голды. Просто угадайте, сколько у ТикТака всего аркан? Вместе с ножами, перчатками, всякими P350 форы спиритами. Просто посмотреть. Ё-моё, G22 Nest, охренеть. Обалдеть, вот это люди живут. Так, ребят, смотрим дальше. У него есть еще тег 9 некромансер, 100 трек. Чего? Это не шутка? У него есть реально абсолютно вся Nameless коллекция. Так, ребята, листаем самый-самый-самый низ. И у него еще есть AVM Sport 2. Да вы прикалываетесь, это просто сон. Это просто сон. У него еще есть AVM Sport 2. Так, мужик, ты должен просто раздать что-то для подписчиков. Это просто трендец. Это просто трендец, пацаны. Какие там аккаунты трейдеров? Аккаунты трейдеров даже рядом не стоят по богатству с аккаунтом ТикТака. Я в шоке, ребята. Вот это, конечно, да. Сколько у него эпика. Просто посмотрите. Это у него все эпики. Я на эпики даже смотреть не хочу. Я хочу, ребят, посмотреть, а есть ли у него Nameless коллекция. Мне просто интересно, потому что если у него есть G22 релик, то, может быть, пока ТикТак не видит, немножко себе-то прикинуть этот самый G22 релик-то, да? Так, ребят, листаю самый-самый-самый низ. USP Genesis. Первый скин из Nameless коллекции после Кермита Gold и AVM ТХ. А, и AVM Sport 2, который мы увидели у него в инвентаре. Это USP Genesis с крутыми 4 наклейками. Каждая из этих наклеек стоит по 2000 голды. Ну, конечно, у меня наклеечки на USP Genesis на моем-то покруче. Но этот USP Genesis тоже очень-таки неплохой. Ребят, я листаю в самый-самый-самый низ, и прямо сейчас я попробую, ребятки, найти его Nameless скины. А скины не заканчиваются, просто посмотрите, у него 2900 запросов, почти 3000. Скинов реально очень-очень-очень много. Я хочу найти G22 релик, и я его нашел. Посмотрите на вот эту вот малышку, ребят, слушайте. А может мне, пока тебя так не видит, отомстить ему и вот этот G22 релик себе прикинуть? И насколько я знаю, у ТикТака еще вроде бы как есть FNFA Laser. Давайте пробуем найти. Так, а где FNFA Laser? Ля, где FNFA Laser-то? Не понял. Я зайду на рынок. Nameless коллекция. FNFA Laser. А ну-ка. Да, да, а он его продает! Ребят, кому из вас нужен FNFA Laser, то, ребят, можешь купить у ТикТака. Правда, он у него продается довольно-таки дорого. Мы ща это исправим. Ща тебе так поможем. 22... А у него 2 FNFA Laser! 22500. Пока ТикТак не видит, но поможем молодому продать за 22500-то, ребят. У него есть реально абсолютно все скины, кроме двух брелков. Да, да, брелков нету. Ни V2 брелка нету, ни Charm Очень Почмак брелка нет. Ну а прямо сейчас я, ребята, зайду на AVM ТХ, чтобы вы не сомневались, что у него реально есть самый дорогой скин в игре. Это не шутка, это не пранк, это реально самый дорогой скин в игре есть у ТикТака, поэтому давайте-ка мы прямо сейчас внимательно это посмотрим, да? А вдруг это фотошоп, а вдруг это фейк? Так, нажимаю продать. И да, тот самый легендарный АВМ ТХ у ТикТака есть. Так, ребята, я хочу долистать в самый-самый низ его инвентаря. Что там еще интересненько есть? Должны быть наклеечки. О! Наклейки пошли, наклейки. Ой-ой-ой-ой-ой. Наклейки легендарки, я вот не пойму. А где это наклейки арканы? А где наклейки арканы, мужик? А че это у тебя одни легендарочки-то? Ё-моё. Опа, АВМ бум, сколько она стоит? 600 голды. Нормально, люди живут, ребят, вот, конечно, я понимаю, да? Хэштег ТикТак богаче, вот это у него наклейки сколько, да? Ну вот эти дешевые наклеечки. У него еще есть вот эта самая древняя медалечка.
Бриллиант ассистент с медаль. Так, ребят, ну что, мы поняли, что ты так очень богатый. Но теперь начинается самое интересное. Прямо сейчас мы немножко пошалим. С чего бы начать? Первое, с чего я начну, я применю 1000 XP. Просто применяю. Опа, успешненько. Ну тик-так, ну а что, я думаю, ты не против. Так, давайте мы еще поменяем ему медалечку на медаль ветерана 2019 года. Пойдет. Хотя, не, как-то это слишком солидно для него. Давайте, ребят, поменяем, знаете, на что? Медаль Нью-Е. О, чтобы никто не думал, что он кибер. Чтобы все понимали то, что тик-так гребаный донатер. Я думаю, с чего бы начать все продавать? Давайте-ка мы пока что начнем с лайтовых. Вот у нас за 0.3, ребят, ну надо помогать нуждающимся, правильно? За 0.3 просто начинаем продавать. Тик-так, братик, я надеюсь, ты не против. Первая наклеечка улетела. Наклеечка номер 2. Голдой, потому что у тик-така много. Я буду как Робин Гуд, буду забрать богатых, буду давать бедным. Rival Box, а что там стоит неоткрытый? Открываем на изичах, ребята. Сегодня на этом аккаунте можно делать абсолютно все. Где там эти арканы у тик-така? Да, то у него арканы, ребята, мама, не горюй. Так, братишка, где арканы? Как же много работы мне тик-так подкинул. G22 Nest, Origin Колеса. А давайте продадим. Ой-ой-ой, у тик-така их все равно очень много. Блин, тик-так, братишка, извини. Но это я тебе отомстил за то, что ты тоже продал пару моих ножей. Ну, брат, улетает. G2 Zones просто спокойно улетает. Так, чтобы еще продать. Давайте еще, короче, продам. 5-7 Venom Star Trek, тоже 300 голды. Обалдеть, уже на 600 голды продали ему. Нормально, я думаю, тик-так зайдет. И даже не заметит. Ха! Ладно, я думаю, тебе так зайдет, посмотрит историю и просто будет в шоке. О, мы парочку, импар-кисечки-то откроем, да? Ну а чё? Я думаю, тебе так и не жалко. Для друга-то, что тебе жалко или нет? Поехали открывать. Братик, я надеюсь, тебе не жалко для друга, поэтому я открываю. Опа, импар-кисечек номер 1. Так, я тропик. Нормально, любимый скин тик-так выпал. Рарка, любимая рарка тик-така, нормально. И открывает третий импар-кисечек. Давайте немножко покрафтим. Сейчас буду ножи продавать почти. Так, опа, крафтик сделали. Так, теперь давайте крафт эпиков. Братик, без обид. А теперь давайте крафт легендарок. Ля, это уже дорого. Надеюсь, ты так не будет злиться. Ой, ребята, теперь крафт легендарок. И нам выпадает... Эмочка Болжам. Так, ты мне еще спасибо должен сказать. Мы тебе нормальный скин выбили. Слушай, давайте мы его продадим за 0.3. Пока никто не видит, топчаный. Давайте продадим, пока никто не видит. Так, оп. За 0.3. Так, ребят, вы никому. Все между нами. Могила. Продаю. Ой, продал. Так, ребят, нормально. Ой, я пошалил, ой, хулиган. Ну а теперь, прямо сейчас, я продам Скорпион Вейл. Тоже с 0.3, ребят, это не шутка, это не постанова. Я реально продаю. Я продаю не себе, не моему второму аккаунту, чтобы вы там не писали, как вы любите. Продаю рандомным подписчикам. Просто смотрите. Чекайте. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Ну что, тик-так, делаем тик-так и беднее, а кого-то богаче. Пока! Ой-ой-ой, пацаны, просто чекайте историю, чтобы вы не думали, что это постанова или еще что-то. Отвечаю, продаю не себе. Просто смотрите историю, сколько я уже все продал. Это все не я, ну вы сами понимаете, ну, точно не мой аккаунт, не мои ники, 5 разных аккаунтов. Так, а чтобы еще продать? Тик-так такой богатый. АП-350 Force Spirit, братья, не хочешь продать? У тебя их слишком много, ой-ой-ой-ой. А давайте продадим с наклейками. Ой, смотри, наклеечки продадим. За 0.3! Уйляй, хулиган! Пока-пока, P350 Force Spirit. Ну что же, ну а прямо сейчас, ребята, я буду продавать самый дорогой его скин. Это АВМТХ. Прямо в эту секунду я продам АВМТХ. Вы готовы, да? Вы готовы, ребята, за 0.3. Я прямо сейчас наберу тик-така. Я хочу послушать его реакцию, когда я буду продавать АВМТХ за 0.3. Просто, давайте прямо сейчас его наберем. Короче, ребята, прямо сейчас я сделаю скриншот. О, тик-так звонит. Все, нормально. Алло, братишка, приветик, салям алейкум, родненький. Хотел снять? Не, братик, я не хотел ничего снять. Братик, короче, ты же не поменял пароль, помнишь? Я у тебя полгода назад снимал рубрику «Всегда говорю да», помнишь? Помнишь. Подожди, чувак. Ты пароль не поменял. Не, братик, это ты, подожди. Алло. Тут правила диктует только я. Просто смотри дымочку. Смотри дымочку, братик, смотри. Ща продадим твой авик, ты ха? Ты готов? Ты дурачок, что ли, алло? А, алло. Нормально, алло. Ты меня оскорбил? Позор, Азира. Сейчас, окей, подожди, сейчас мы тебя слышим. Я же говорю, полгода назад снимали рубрику. Брат, у тебя есть возможность измениться. Извинись. Алло, ты нормальный? Чел, ты адекватный, нет? Не, брат, я... Алло. Чувак, ты
Ты прикалываешься, алло? Да, я прикалываюсь. Успокойся. Выйди с моего аккаунта, алло. А я уже не выйду. Я уже не выйду, пока я им все не продам. Пока я им все не продам, я не выйду. Я не выйду. Ой, чувак, ну я же обижу сейчас, реально. Я сейчас, ну, я сейчас очень обижу. Все, братик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох. Ну, нормальный, алло. Братанчик! Скажи последнее слово. Ну ты адекват, алло. Конечно, адекват! Ой-ой-ой. Братик. Нет, ну, все, ты сейчас, слишком богат. Подожди, подожди. Я сейчас буду менять пароль, алло. А, уже не поможешь, я уже на аккаунте. Смотри. Алло, чувак, я сейчас. Ой-ой-ой! Алло! Все. Это тебе новый. За то, что ты меня заскамил, алло, и продал мои ножи! Надо, я, это месть! Просто это месть! Алло, ты получаешь по заслугам! Взял тупо Робин Гуд! Все, ребята! 5! 4! Алло! 3! Копил на нее, алло! 2! 1! Продаю! Стой! Стой! Ладно, это пранк, братик! Это пранк от Кента! А, братик, не переживай, я решил немножко пранкануть. Я чуть штаны не ложил, алло! Ну чё, братик, это пранк, братишка, не переживай, я тут немножко похулиганил, немножко посливал твою скину. Всё, бро, всё нормально, я тебе голду отдам, не переживай. Что ты голда, что ты восстановил, алло. Слушай, я тебе смотри, сколько аркан продал. Раз аркана, 2, 3, 4, 5, 6. 7 аркан продал. Пранк вышел из-под контроля. Братик, прямо сейчас ты не думаешь, что я последняя скотина? Я никогда в жизни бы так не сделал, поэтому, дружище, конечно, я тебе немножко компенсирую твой материальный ущерб. Братик. Опа! Ну, успешно! Опа, брат, поэтому ты никогда в жизни прямо такое даже не думал. О-о-о. Ты реально мой самый лучший братишка, и ты получаешь Кунар Эдишн! Не, Кунар Эдишн, братишка. 1100 голды. Блин, ладно, блин, еще 1000 должен. Я а, братик, потом отдам, братик. Не, все, чувак, я пошел менять пароль, ну ладно. Братик, передай. Ой, ты что, матюкнулся? Нет. Короче, братик, скажи привет Ютубу. Скажи привет Ютубу, потому что я все это снимал, братик. Ты засранец, а. Короче, ребята, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, напишите мне хороший комментарий. С вами был Кентуха и заскамленный Тик-Так. Всем пока. Ах, ты, блин, говни.